Знаете, мои дорогие, я считаю, что вообще учиться и делать что-либо нужно только общаясь с людьми, которые сами что-то делают. Только которые сами что-то делают. Мир полон людей, которые много знают. Все что-то умное говорят, что-то умное думают, что-то это самое. Все у них красиво звучит. Но, и главное, они так могут закрутить это все, что, ну, вообще, вот, капец какой-то. И ты сразу начинаешь думать, да может быть, ты и не прав абсолютно. Потому что они так все преподают. В Гугле, например, иной раз ищешь что-то, да, а тебе выдает совершенно другую информацию. Говоришь о народной, ну, забиваешь про народный какой-то метод по ревматизму, да, а тебе раз и выстреливает какое-то коммерческое... Я правильно говорю, Настя? И такого огромно, да? Вот так же абсолютно действуют, вот так же абсолютно действуют демагоги, и они ужасно влияют на твое мировоззрение, да, они тебе что-то рассказывают. Редко встретится человек, да, который действительно что-то делает, он это сделал, да, и все получается. А вы знаете, настолько вот под влиянием, мне когда-то знакомая рассказывала, ну, достаточно состоятельная женщина, встретила свою подружку возле базара. Одноклассницу или подружку, не знаю. Ну, такую бедненькую, бедненькую. И зашли на базар, и вдвоем куда ни подойдут. И эта, которая поскромнее, говорит, боже, как дорого, дорого, все, отошли от этого. К этой подошли, дорого, дорого. И так дорого, что, говорит, она говорит, я аж в панику впала, что так дорого, хотя каждый день прихожу. Вышли из базара, ничего не купила она, попрощались, постояла 20 минут, сказала, я что, двинутая зашла и купила абсолютно все. Понимаете, да? Так на человека воздействует чужое мнение. Поэтому бойтесь демагогов. Бойтесь людей, которые вам начинают рассказывать, у вас не получится, потому что у нас есть веские аргументы того, что это вредно, что нельзя пить болиголов, а соду надо пить американскую, и то только, предположим, там исключительно лос-анджелесскую. Лос-анджелесскую именно район, чтобы был вот такой вот, как надо. А если такой нету, все, там как мне начинают. А в перекиси ртуть, вы знаете в перекиси ртуть? А в соде вообще, хочется сказать, динозавры водятся. Друзья мои, интернет велик, могуч. Фокусник Google покажет вам абсолютно все. Если вы что-то решили, действуйте смело и не слушайте демагогов. На сегодня все.